Инфляция в Германии остается на высоком уровне, цены постоянно растут, и это, конечно, очень беспокоит жителей Германии. По данным семейного барометра, опубликованного Федеральным министерством по делам семьи, только 43% родителей несовершеннолетних детей по-прежнему оценивают свое экономическое состояние положительно. В то же время 12% опрошенных оценивают свою финансовую ситуацию как плохо или скорее плохо. Согласно данным официального опроса, родителям-одиночкам приходится еще сложнее, и они критически оценивают свое финансовое положение. Почти все родители, по данным опроса, это 93%, очень обеспокоены инфляцией и ростом цен. В то же время 70% населения Германии ожидают изменения семейной политики, а 60% выступают за введение базового пособия на ребенка и повышение выплат на детей. Но в то же время опрос показал, что население Германии в целом и родители в частности возлагают большие надежды на то, что государство будет способствовать росту всеобщего благосостояния и будет противодействовать материальному неравенству и способствовать созданию хороших стартовых возможностей для всех детей.